Ну, снова всем привет. И это снова Балтикина. И снова мы продолжаем. Промотал я сутки, предварительно накормив коров, конечно. Но они уже все сожрали, поэтому нам будет еще раз кормить. Вроде как стадия роста травы уже подошла к тому, что можно косить. Поэтому мы сейчас это проверим. Ну-ка. Наконец-таки. Слева, давай, вали, коси, чтобы нам посмотреть, правильно или нет. Да, прямо или точнее. Ну что ж, пока он косит, и неважно, в какую сторону повернет, мы, наверное, добьем поле четвертое по сорнякам. Также у нас стоит Мерседес, также ничего не изменилось, только почему-то не хочет что-то на навеску переключиться. А вот, вон только что-то как-то непонятно подцепился. Вот теперь нормально, шланги. Все, погнали. Так, по гербицидам, в принципе, блин, можно, конечно, заправить. Можно бочку, в принципе, уже нормально опустить и нормально ее использовать, а не вот так вот, черной магией, так сказать. Пишу эту серию буквально через час после того, как записал бурлаки, поэтому, блин, по-моему, на эту серию я даже превью их еще не замутил. Так, поэтому мы пока спустим этот аппарат на землю, так сказать. Как там лучше поднять его? А, можно еще вручную. Так, о, так он, ну, как далеко берет. Пить можно, поднять. Не, прикольный аппарат, кстати, этот кразик. Это мы пока убираем. Это мы все сворачиваем. Кразика я тоже пока отправлю на магазин. Так, что там, долго еще? В принципе, изменений с прошлой серии вообще никаких. Я только накормил коров и промотал время. Все. Больше ничего не делаем. У нас уже середина лета. Можно уже наконец встать. У нас ведь арендованное поле. И там мы до сих пор... Там, наверное, уже везде сено. И можно уже набирать. А точнее, собирать. А мне уже нужен, получается, силосник. Как ни крути. Да, кстати, силосник нужен. Как ни крути. Вообще как ни крути. Как бы я ни захотел покрутить, надо силосник. Так, теперь мне нужен трактор какой-нибудь. Блин, тут же где-то МТЗ стоял. Вон он. Понаставил тут, блин, объектов. Так, это пока оставим здесь. Отцепляем. Что-то прям по ФПС опять сегодня как-то, видите. А, нет, нормально. Возможно, тут у меня слишком много объектов. Надо, наверное, начинать опять чистку модов. Мне кажется, пора. Ударить всех кирцев надо, учитывая, о чем это на буроках происходило. Возможно, Кузбасс я тоже удалю. Так. А, мне что-то надо заправить, и все. Ну-ка, поворота, конечно, теперь маловат будет. Можно, конечно, и без шланков заправить, как бы не проблема. Так, надо, получается, тут пока встать и на Мерседесе подъехать сбоку. Люблю иногда усложнять себе жизнь. Ну почему бы не усложнить? Так даже интереснее иногда. Нет, тут-таки подъезжаем тут сбоку. Шванчики опять цепляем. Так, прибыл, да? Красава. Ну, из силосников у меня вариант или Ешку брать, или же Тон 680. Арендовывать я пока ничего не хочу. В плане силосников. Хочу, конечно, купить Джоник или вот этот класс Ягуар. Но пока не знаю. Пока, в принципе, не особо это все горит, так сказать. Сейчас главное скосить все это дело. Че, подцепился, нет? Опять он с той стороны спам, да? Че за фигня? А, попробуем теперь с МТЗ заправить. Так, опорожнение. Почему с этой стороны цеплять? Может, с этой стороны как раз таки за... А у меня что, суперсила включена? Так, попробую отъехать. Главное, чтобы он шланг не зацепил. Да, теперь нормально. И уложить. МТЗ пока пусть тут стоит. Хотя можно было на эту серию взять, конечно, другой трактор. Вот этот 892 хотя бы проверить. Что это за трактор вообще? Стоит ли его вообще оставлять или нет?
А в принципе, давайте проверим. Этот просто мы сейчас вернем с аренды. Так, нормально он упал. Не очень, конечно, но пойдет. Так, маленький трактора, где-то он был. Вот. Ну-ка, цвет дизайна меняется. Цвет крыльев меняется. Так, цвет обода меняется. А цвет ступицы меняется? Ни хрена не меняется. Так, догружатели, состояние щитков закрытые. Выбор колес такой, GPS такой, крепление, фронталка. Ну вот и все. Посмотрим, какие у него звуки еще, наверное, начало. Я видел другой 892, который, походу, конкретно приватный. У него кардан был как бы в чехле или закрытый, не знаю. Ну, совсем другой был. Это, скорее всего, очередная такая переделочка. А, звуки такие же, как у того трактора. А двигатель, по-моему, нельзя было менять. Ну, руль, кстати, прикольный. Все, руль есть, можно оставлять. Так, навеска ходит. Блин, если у него нет никаких шибок, в принципе, можно его даже заменить на тот гусеничный. Кстати, я ведь хотел как раз таки пригнать сюда. Я хочу попробовать его на траву затащить. Ну-ка, если это... А, вот так даже быстрее идет. Просто за заднюю прицепную, мне кажется, логичнее будет его затащить. А, подожди, тут тоже, да? А, это переделка того, который с гусеницами был. Ну, понятно. В принципе, тут неплохо был. У меня получается 10-25 только. А что, не будет спать, что ли? А за передок? Наверное, за передок надо было спануть. Или он не будет цеплять такие объекты с таким прицепным? Ну, насчет внешнего вида ничего не могу сказать. Я в жизни такие 892 не видел. Даже не знаю, звуки такие, не такие. Да ладно, что, он не будет цеплять, что ли? Он только что-то... Зачем мне цеплять? Если могу просто заехать на него. Че это блюдо? Все, забирай. Вот я тормознул сейчас конкретно. Че так мало брал? Ближе к передку надо подъехать. Где она там? До конца убирай. Окей. Да погнали. Я понимаю, если бы он сломался, и там не мог завестись, то надо было затаскивать. Он же в рабочем состоянии, новый, можно сказать. Тут что-то он сползает немножко. Блин, я забыл, надо этот мод скачать обязательно, фиксацию техники на тарале. Ну или вообще какая-то фиксация. Ну он весит 100 мегабайт, там как бы два отдельно трактора. 82-й как бы задний привод, вот такой вот. Подожди, а по деньгам-то что, я что-то не посмотрел даже. Арендовал? Лям. Как и вот этот, в принципе. 105 лошадей. Вот это надо будет еще проверить на поле сейчас. Вы же знаете, что я его вообще абсолютно зря сейчас взял. По той причине, что... Что тут ни хрена нельзя поставить узкие колеса. Вот почему. Надо же было так тупануть, а. Вот, кстати, на этот Zetter обновление вышло. Его бы можно было бы проверить. А у UMZ-хи узкие колеса есть? Так, подожди, по-моему, были только что. Старого, стандарт, узкие. Может, UMZ-ху притащить с коровник? Бля. И что мне сейчас с этим 892-м делать? Мне он сейчас, в принципе, нафиг не нужен. Надо по-хорошему брать 10-12-21 и не париться. Так, а что у меня там косилка? В какую сторону? А, она получается на правую сторону. Ну, в принципе, и так тоже нормально. Поехали, короче, на коровник.
Ладно, извини, 892, я немножко ошибся. Ну, ошибок, по-моему, никаких не было, да? Даже удивительно. Ну, получается, основа 1025 все-таки, да? Да, в принципе, они не сильно отличаются-то, 1025 и 892. Примере тут на ферме. Может, жизнь, они, конечно, отличается, но тут что-то не шибко. Да, надо брать, конечно, 1221. Все-таки это самое то. Что и узкие колеса, и функционал лошадей, конечно, 131. Не больно много, но, в принципе, вариант хороший. Плюс вот этот кразик. Тоже теперь более чем нужен будет в дальнейшем, так сказать. Так, он, по-моему, где-то у меня тут стоял, да? Вот, стоит на коровнике. Застревай только, пожалуйста. Блин. Почему у него вот эти вот опоры задние тоже не складываются? На каком-то тралле они тоже складываются. Так, ну все, хорош, этого хватит. Ну чё, старичок, поработай сейчас. Ага. Блин, а его надо еще переделать сначала, елки-палки, а я уже хотел его погрузить. Сейчас надо до ремонтной мастерской загонять, поставить ему такие колеса. Противовес, наверное, не надо ставить. Так, что GPS надо поставить, куда же без него. Движок у него стоит на 80, как был, по-моему, а прыскатель хочет 75, я думаю, потянет. Конечно, задний привод, узкие колеса. Ну, хрен его знает. Ну, попробуем в любом случае. Ничего не работает. Ай, какой прицеп? Ты чё? Так, колеса, подножка, фильтр, капот. А вот колеса. Узкие. И GPS. Блин, а почему у него нет узких двойных? О, двойные есть. Спасибо. Попросил, вот она где. С двойными у него еще больше шансов будет нормально ехать. GPS есть, вон есть, выходы есть, в принципе, поедет. Все, здесь пока встанем и заберем его отсюда. Просто своим ходом бы он, конечно, долго ехал, но хотя есть курс. Блин, ну крас, наверное, надо будет покупать. Потому что, видите, он уже выручает конкретно. Ну, красота. Плюс сюда можно бочку поставить. На один из кубов, между прочим. Ну, и вот он так рывками едет. Так, ну вроде нормально встал. А теперь надо еще скачивать мод для фиксации. Правильно. Посмотрим, будет его в сторону куда-то тянуть или нет. Смотри-ка, у него передняя навеска, подвеска немножко тоже ходит, оказывается. А, ну это ходит как бы сама эта ось, как бы совсем не как телега была. Что-то прям вообще не там поехал. Так, ну у нас середина лета, нам нужно сейчас по-любому забивать силосные ямы. Прям по-любому, чтобы зимой хотя бы. Ну, в принципе, у нас зерновые еще растут. Надо сейчас от сорняков избавиться. Хотя хрен его знает, на этой стадии роста есть уже смысл или нет. Влияет это как-то на урожайность уже или нет. Или может я уже слишком поздно этим занимаюсь. Дальше, дальше. Ну вроде не стаскивает пока. Так, ну что, получается, я не знаю, оставлять тут гусеничный, ну в модах вообще. Или оставить тот. Его надо будет еще протестировать на Мазуре, конечно. Так, запись идет. Запись идет. Уже 14 минут. Как время летит, а? Бедненько. Блин, сейчас надо получается что? Получится. О, получится. А здесь? Тоже получилось. А вон. Вообще без проблем. А на Мерседесе какой-то геморрой был. Тут немножко опустить его.
Во, и тут по высоте, видите, как идеально все подходит. Я же говорю, у немцев все по-другому, блин. Посложнее будет. Так, посложнее. Надо сейчас посмотреть, где я проходил уже. Ага, значит, получается чуть ниже. Так, еще ниже. Наверное, где-то вот тут. Жалко, не открывается карта с сорняками еще, как на точном земледелии. Блин, ну хрен узнает, наверное. Попробуем так. Рубаем, это врубаем. Косилка, что у нас там? Блин, уже до хрена прошел. Вот он, возможно, сейчас до той части пройдет и закончит. О, нифига, тут уже подсохло, это же не надо. Ладно, пусть сейчас косит все, сейчас уже без разницы. Тем более, по идее, должно потом еще где-то осенью трава появиться. То есть, возможно, два раза мы успеем собрать урожай. Мне сейчас надо забивать силосные ямы, готовить силос. Это основа жратвы этой. Сена бы еще, конечно, но я думаю, тут еще сена. Ну, не то чтобы много, там чуть-чуть сена выйдет. Может быть, сена еще с этого поля взять. О, 12 км в час. Бонусная связь. Плачите покупки в салонах, получаете ДТТ бонусами. Да идите вы со своими бонусами. Так, и чё? Эй, блин, говорю же, надо было немного левее взять, да? Ну да. Большая полосочка останется. Блин, я же в той серии еще хотел, получается, навесные, чтобы удобрением заниматься, контрактами. Да, мы же хотели арендовать. Сейчас не знаю, уже нет смысла, наверное. Надо своими, в первую очередь, полями заниматься, а не там контрактами этими. С деньгами все равно проблем никаких не будет. Считай, сутки уже прошли, я могу еще один рейс по песку сделать. Это еще два ляма. А лесом я еще не занимался, потому что, ну, тупо не заходил. А, вот опрыскиватель надо, наверное, навесной пусть покупать. Может быть, даже сейчас его арендовать. Хотя, в принципе, сейчас что, мы спокойно сейчас все опрыскиваем. Наш работник пока косит. Уже закончит. Да, вот с квадратными полями и с такой косилкой, в принципе, нормально. Надо будет там еще волкователями пройти. А с такими прицепными... А, он же вообще не будет с волкователем работать. Скажет, ты что, дурак, я не умею с таким работать. А навесных тут никаких нету. Есть только такие, но это вообще не то. Новая техника. А, я только в аренду брал. А нет, с этой стороны, смотри, уже по-нормальному пошел. Ну вот эту часть не возьмет, наверное, вот эту вот. Так, а что у меня по громкости-то? По громкости нормально. Я более сильно убрал в наушниках. Потому что нужно за одним человеком следить дома, чтобы он не натворил делов. Смотри, ничего не топчет. Но если бы была у меня сейчас тут технологическая колея, то я, по идее, мог бы спокойно на любом тракторе сюда заехать. Главное, чтобы у него не такие баллоны были, как у кировца. Вот именно это я и хочу попробовать на бурлаках. Логическое колея. Правда, это не совсем такой современный метод. Сейчас вроде их вообще не делают. Или делают. Что-то не помню, честно говоря. Где-то я видел, по-моему, на какой-то немецкой ферме видос. Заезжал в самоходный опрыскиватель на эту технологическую колею и спокойно по ней ездил. Ему даже никакого GPS не надо было. Он тупо по ней ехал и все. Ну, может быть, у него включен был, не знаю. Но эта штука с колеями мне очень интересна. Даже интересно, будет ли это на 22-й ферме. Блин, наверное, надо повыше поднять. Уже вон как высоко выросло. Кстати, что у меня тут по производству? А, ну да, я же ничего не трогал. Производство пеллет. Блин, это надо... То есть надо на пилораму. Я не помню, там щепана как спаунится, в куче или из трубы. Если лесопилка такая же, как на рассвете, то, наверное, из трубы будет выходить где-то.
Даже удобнее приехать туда на каком грузовичке, быстренько высыпать и перевести на тот участок. Блин, мне надо отойти на секунду. Я вернулся. Все нормально. По пули только проехал. Как-то медленно напрыскивают. А вот эти вот навесные, что они тут по скорости? Например, самый простой. А, тоже 12. Они все, по-моему, 12 едут, да? Вот, кстати, хороший вариант. Расширитель. Ну, хотя тут у него и так... А, нет, 1800 всего. И тут 1100. Ну вот, конечно, 35, но это какой-то читерно немного. Можно даже этим разбрасывать. Тоже 12, да? А это получается к культиватору цепляется. Так, тут надо немножко в сторону уже брать, учитывая, что без коллизии. Ой, то есть с коллизией они. Ну писали, что надо то ли один, то ли два раза пройтись, и все, сорняки больше не будут беспокоить до следующего посева. Так, что там работник еще? Ну, уже к краю поля подходит. Потом надо будет, наверное, получается, на левый край его посылать, снизу. Он опять направо шел. Так, этих гербицидов мне, наверное, уже хватит до конца поля. Так, что там, нормально все идет? Ну да, тут и одна линия осталась. Ну, потом пройдусь. Чего вот у нас там на третьем поле, интересно, происходит? Там же я скосил, там по-любому уже сено лежит. Но вот отсюда что-то не видно, честно говоря. Ну там вдалеке же, я скашу. А, тут всего одна проходка? А, нет, подожди, там до сих пор так же трава лежит. А там вон сено уже, уже видно по прорисовке. Но у меня есть, получается, такие вот хранилища под это дело. Можно их прямо сейчас поставить. Так, в элеваторах. Как раз таки на коровнике их поставить. Сток сена за 1,5 ляма. Сколько он вмещает? 100, что ли, получается? Что-то как-то не больно много. Ну-ка. Нифига, сколько места занимать будет. Что-то прям много. О, а где его ставить-то, такую махину-то? По-хорошему тут, конечно, прямо идеальное место, но... Вот, кстати, неплохое место. Вот это вот удалить, если... Или вот тут? Нет. Надо, чтобы доступ был. Так, окей. Ну, если только вот так вот. Там, по-моему, забора нету. Давай. Да, неплохо. Только вот эту фигню надо удалить. Тут, скорее всего, навоз уже не будет появляться. Тут можно будет для соломы поставить. Ну, соломы пока... Вот. Кто бы мог подумать. Но пока у нас нет никакой продукции с полей, я не могу другие производства запускать. Я могу запустить столько... Ай, подожди, это же не бурлаки, в конце концов. На бурлаках там нормальный рыбхоз. Почему нельзя было с нового рассвета взять рыбхоз и поставить его сюда? Так, ему осталось очень... А, кстати, смотри, он сорняки-то никуда не девает. Почему? Он же их тоже, по идее, скашивает. Хотя корни-то остаются. Просто их скосил верхушка, а корни-то остались, и они опять вырастут. Ну, как бы они никуда не делись. Блин. Значит, придется там еще фигарить. Но там я, наверное, все-таки куплю навесной опрыскиватель. Я что-то вот как-то
Наши навесные опрыскиватели какие-нибудь есть, интересно? А тут тупо одни прицепные, блин. УП, УП, вот эти вот МЖУ какие-то всякие. Навесные. Ну, это я уже только после записи узнаю. Сейчас уже нет смысла смотреть. Хотя пока идет серия, ну, блин, это надолго. Все равно придется их скачивать, перезаходить. Все опять привозить, заправлять. Тем более, наверное, проходки две, наверное, осталось. И, в принципе, все уже. Так, что у нас по Ютубу? По Ютубу все нормально. Блин, оказывается, у нас уже скоро будет 4000 человек. Было бы круто до Нового года бы набрать все это. Ну, наверное, до Нового года наберем. Тем более, стримить начну, все такое. Работать без средств индивидуальной защиты запрещается. Купаться в бочке тоже. Хотя в нее хрен залезешь. Я бы не залез. Вместимость. Куча шлангов. И все это работает от ВОМа. Интересно, как? Ну, это, наверное, как насос какой-то. Создает давление, и все это выстреливает из форсунок. Так, чем там? Наверное, еще две проходки. Возможно. Как-то грязь тут странно сделана этого трактора. Будто дверь открыли ведром. Зафигарили. Блин, можно было, конечно, отключить топтание, например. Тогда можно было и на 10.25 поработать. Но нет. Если у меня будет опрыскиватель довольно-таки широкого захвата, то можно будет даже затоптать. Но сейчас уже это смысла нет. Но, блин, это получается надо покупать вот тот вот, который из ДЛС, который до 28 метров аж берет. Но, наверное, с такой шириной опустошать все это дело будет очень быстро. Тут, считай, 2 куба и 18 метров. В принципе, расход... Подожди, расход гербицидов... А, тут нет такого. Отнять заравниватель? А, это, наверное, так треугольник воспринимает. Ох, там трава... А, можно же посмотреть, сколько он там травы нафигарит. Ну-ка. То 87 всего-то, ну хотя он начал где-то вот отсюда. Слушай, что-то как-то мало травы, реально что-то мало. Если бы был 500, я бы еще удивился, но что-то 190 это что-то вообще ни о чем. Ну хотя тут у нас не повышен этот азот, он тоже у нас влияет на почву, ну, то есть на урожайность. Хотя вот с этого места мне будет интересно посмотреть. Да, мы сейчас когда скосим, надо будет обязательно повышать азот. И скорее всего сухими. А для сухих у меня получается сейчас ничего нет. Разбрасывателя никакого. Хотя, по-моему, вот это МВО, она как раз разбрасывает сухие, да. Ну почему сухие? Потому что у меня сухих там две кучи, блин. Плюс еще на коровнике целая куча там лежит. Плюс семян у меня опять столько же. Потому что... С новой версии карты все это как бы зареспаунилось опять, и куча опять такого же размера стали. Возможно, осенью как раз таки травы будет больше. Даже, кстати, будет интересно посмотреть, сколько будет урожая с повышенным азотом. Может, у меня сейчас азот там вообще на минималке стоит. Так, ну возможно, он уже... Нет, это не последняя еще проходка. Да и у меня, походу, тоже еще не последняя. Наверное, еще полторы, наверное, проходки еще. Это, наверное, место, где как раз-таки повреждение урожая, наверное. Или то, что не проросло. Хрен его знает. Блин, ну грязь как-то автор сделал. Как-то непонятно. Зачем? Ну ладно, хоть потолок более-менее чистый. Но почему с этой стороны-то так все загрязняется? Можно было сделать так, чтобы снаружи все загрязнялось, а тут как-то непонятно, не очень, мне кажется. Вот эта вот грязь какая-то, какая-то майнкрафтовская грязь, блин.
Я могу его, конечно, сейчас прямо сейчас помыть одной клавишей, причем многим даже будет интересно, что это за клавиша такая. Могу показать. Кто пользуется этим модом на простые, нажимаем F11, раздел техника, уровень регулировки грязи, бац, чистенький. Но это уж когда совсем лень ехать на базу и чистить его. Как будто в другом тракторе сижу, блин, все так сразу видно стало. Где я вообще сижу? Что это за трактор такой чистый, блин? О, что, он же все, что ли? А, нет. Долго он там думает. Что-то он долго соображает. А, нет, все, пошел. Но это уже, надо сказать, да, это уже последняя проходка. Уже ведь по точке видно. Вот у меня, скорее всего, наверное, еще одна проходка. Но зато эти гребаные сорняки хоть пропадут. Все зерновые, скорее всего, я пущу сначала на муку, потом, получается, на производство хлеба. Ну и все. А, подожди, надо будет тогда для газика скачать эту будку опять специальную, которую перевозит хлеб. Потому что Кару 911 специально сделал мод для этих производств. Ну, те же самые будки, только там прописан хлеб. Рассвет. Там как бы булки прям появляются на этих, на стеллажах. Вот его надо будет и скачать. Главное найти его только. О, нифига, там, смотрите, даже этот иконка такая появляется. А он, интересно, в Global Company? А, нет. Вон, видали? Сток сена. Хотя, хрен его знает, возможно, тут, наверное, еще две проходки даже придется проходить. Ну-ка. Да, скорее всего, еще эту, следующую, и тут, наверное, половину только. Да, мелковато поискатель оказывается. 18 метров это не так уж и много, как показывает практика. Блин, а если я сейчас косилку пущу сверху, справа вниз, чтобы он пошел, куда будет поворачивать, интересно? Я до сих пор не понимаю логику вот этого поворота ихнего. Куда они поедут, направо или налево? Сейчас я дойду до конца и переключусь на него. Песок, наверное, в этой серии не будем возить, потому что, ну, зачем? Я же показал, как все это происходит. Можно будет в следующей серии повезти. В смысле? Он что там задумал-то? Все, все, ты уже скосил. Не, эту фигню не надо косить. Как-то странно, тут уже почти сухая, тут еще сырая. Непонятно как-то. И косилка такая чистая. А, ну да, у меня же не стоит этот Real Gear. Как бы она вся зелененькая была. Не вся, конечно. Колеса там немножко вверх. Но очень странно, что... А, это мы уже поняли, почему. Церники не пропадают. Главное ровненько стать. Я не знаю, это ровно или нет. По-моему, ровно. Так, если смотреть на волок. Да, волок идет прямо, значит, в принципе, он тоже прямо идет. Ну окей, переключаемся. Блин, вот таким вот макаром работать, в принципе, даже приятно. Не нужно самому, по крайней мере, косить там. Хоть это тоже прикольно. Кстати, большая косилка. Метров на 15. Эх, блин, вот тут я отказываться даже не посадил туда ничего. Ну да, агроном из меня так себе. А давайте вот тут пройдемся уже так. Пусть она первого лица-то ездит. О, о чем так высоко его задрал-то? Пусти немножко. Не, прикольно то, что вон насквозь идет. Это автор классно сделал.
Ну-ка, что у нас тут опять? 243. Это, блин, наверное, стоило бы пройти это по тому месту. Тем более там азот на максималочке. А, и тут на, почти на максим... Тут и так на максималочке. Ну-ка. Ну, слушай, видите, как быстро дополняется? Блин, зря я, конечно, азот не нафигарил тут. Учитывая, что ширина 5 метров всего, видите, как быстро. Да, азот, оказывается, нужно было нафигарить. Теперь буду знать. Интересно, потом спахивать надо будет, чтобы это как-то повлияло. То есть, если я не буду спахивать, на сколько процентов это убавит урожайность? Ну, то есть, пока получается сейчас ведь опять первая стадия роста. То есть, мне надо сейчас по-любому в следующей серии начать это все известью зафигаривать. Тем более с известью они нормально работают, с этой МВУ. С одной стороны, мне начать, чтобы уж совсем тут на работника все не скидывать, а с другой стороны, другой трактор. Я, например, на 10-25, а наемник там, ну не знаю, на ХТЗ их там, на казахстанцы. Надо еще какой-нибудь разбрасывать или посмотреть. Ру вот этот 7000 можно, в принципе, но вот что-то собака до хрена весит, по-моему, почти 50 мегабайт, это как-то многовато. Или обычного разбрасывателя. Ну, красота. Хоть и 5 метров, хоть и... Блин, ну тут есть у меня еще джондировская косилка, но она, по-моему, 4 метра. Есть еще КСУ на 9 метров. Раз они нормально разворачиваются на этих полях, то... Но после КСУ хотя бы не нужно волкователем проходить. Сразу все уже есть по нормальной ширине. Можно спокойно собирать. А, кстати, надо же еще подумать, чем будем собирать все это. Дон. Так, у Дона подборщик есть. Прицеп. Вот не знаю, как он будет с ПТС-кой дружить, этот Дон. Но у него, по-моему, 200, почти 300 кобыл. А у Ешки там 170, что ли. Плюс тонные колеса там поболее шире. Других силосников я особо не знаю. СК-100 я удалил, потому что, ну, совсем уж кривая модель, тем более его делать сейчас USSR моддинг. Ну, когда он его сделает, еще ХЗ, если честно. Возможно, к этому времени уже выйдет 22-я ферма, и мне уже тупо будет. Не то чтобы все равно, но все равно. Может, и с выходом... Ну, сначала посмотрим, какая это вообще 22-я ферма. По оптимизации, по всему этому. Ну, скорее всего, она зайдет. Тут уж пройду. Хотя, видим, очень мало осталось. Подожди, а тут сырники-то вообще есть с края? Конечно, куда же без них? Я же соточку поставил по сорнякам. GPS мне уже не нужен. Вот, если бы работал этот скрипт, я не знаю, что должно быть адаптировано. Раз... Скорее всего, распылитель-то должен быть адаптирован под тот мод. У него бы все вот эти секции выключились, и вот эти буквально вот с края только работали. По-моему, Джонни как раз таки адаптирован. Ну, по-моему, должна быть адаптирована карта под этот распыление. И реально расход уменьшается. А так, видите, я как-то немножко нереалистично делаю. Блин, кстати, небо с задниками, с вообще с общим фоном очень хорошо смотрится. И вот это вот небо мыльное такое, блин. Так, ну вот эти какашки я потом сам уберу. Там буквально просто доехал, распрыскал и все. Блин, ну, мне сейчас по-любому нужен силосник. Потому что нужно еще с третьего поля убирать. Сидим в кабине. В кабине проще как-то думать, мне кажется. Хотя вот этот... Вот так вот классно. Почему они не могут сделать, чтобы из кабины так же все было, как и из третьего лица? Видите, контрастность резко повышается. По-хорошему, надо еще, конечно, лесопилку запустить. И надо начинать потихонечку делать поддоны для производства. Тем более на производстве пилет, по-моему, тоже поддоны нужны. Вот зараза, а?
Но сейчас, походу, наша основная задача это вот это, блин, плюсы надо еще. О, надо еще же известью. То есть пока я. Ну, я могу, в принципе, и так нафигарить извести. О, блин, кончились. Пицциды. А что кончились? У меня на базе еще МТЗ стоит. В принципе, как раз хватит. Так, подключено, погнали. Разик. Ну, пока его оставлю, но его надо покупать по-хорошему. Но пока такой острой нужды в покупке его нету. Ай, блин, я немножко неправильно поехал. Ладно, надо почаще от третьего лица ездить. Ну вот, в принципе, FPS нормальный, даже с записью. Учитывая, что я запись, так сказать, в качество ее все на максималку выставил. Все пресеты, все эти. Только он пишет еще в матрешке, а не в MP4. Ну-ка, пока он едет, давайте посмотрим, что у нас тут по урожайности. Ну неплохо. С такого маленького участка столько нафигарил. Можно сказать, больше, чем тут, блин. Вот тут, по-моему, азот вообще уже в жопе. Наверное, ниже нуля. Мне даже интересно посмотреть, сколько там. А, по-моему, поле вообще уже тупое. Не знаю, радиоактивное поле какое-то уже. Вода? В чем вода? Ведь возьмет, попьет эту воду и все. И поймет, что это не вода. Но будет уже поздно. Коровам налью эту воду, они такие, нифига себе, водичка какая. Прямо как навозиком насрем, блин. Не дотягивается чуть-чуть. А туда я заехать не могу. А хотя что, мне тут по краю же не по GPS ухожу. Блин, надеюсь, сейчас он по-нормальному зацепит, а не опять с той стороны. Почему он с той стороны ты постоянно цепляет? О, спасибо, наконец-таки по-нормальному зацепил. Помешал так раньше делать. Так, опорожнение. Все, спасибо. Блин, прививка, кстати, весьма не дурная. Блин, ну такое освещение немножко. Эх, если бы я в ту сторону смотрел бы, точнее, трактора бы смотрели в эту сторону, было бы просто шикарно. Ну, хотя, в принципе, неплохо смотрится. Так, это нормально, название влезет, это влезет. Оставим, вдруг пригодится. А то ревьюха это прям сейчас золотое дело, так сказать. Это как обвертка на конфете. Может быть, она и невкусная, но если обвертка интересна, ты ее в любом случае возьмешь. Эй, подожди, надо отъехать. Эх, жалко, что тут нет узких колес. Даже можно, по идее, воткнуть от 12-21 узкие колеса. Ну или хотя бы от 82-го. Было бы круто. Ну какие-нибудь супер-пупер прилаты, конечно, это имеют. Хлебзавод. Но мне нечего вам предложить, хлебзавод. Так, значит, мне надо будет еще, получится, гербицидов купить, потому что нужно еще и соседние пули пройтись. Плюс еще зафигарит известью. Можно сначала известью, потом уже гербицидами, чтобы как бы их смыть немножко, чтобы поле белым не было. Ай, какая известь, блин. Сухие удобрения. Известь-то нам сейчас не нужна. А по-моему, сухие удобрения никак не будут красить поле. Не помню, по крайней мере. Так, что у нас? Так, ну этот, по-моему, где я зацепился за столб. Это было, это я потом беру. Ну все, сорняков нету. Поздравляю. Только вот тут они есть. Ну это я уже потом. Точнее, в следующей серии будем этим заниматься. Сейчас нам нужен силосный комбайн. Или какой-нибудь подборщик. Который я, к сожалению, не скачивал.
странно, что как бы в стандартных модах такого аппарата нету. По идее, штука нужная. Так, подожди. Просто сейчас за мной поедет, да и все. Смысл мне сейчас туда-сюда гонять-то его. Точнее, самому ездить. А нет, пусть за мной едет этот МТЗшник. Ой, ЮМЗшник. Хотя он, блин, больно медленно едет, придется ехать. На 25 км всего. Всё, поехали домой. Выставим 25 и поедем. Что это было? Это была сохранка. Я, по-моему, не скачивал ничего такого. Ну-ка. Нет, это все от Джоника. От этого нет, это нет. Это тоже не то. Именно прицепной подборчик. На сайте был один. Нет, ну сейчас сначала нужно волковать. Ну как бы это не особо прям таки нужно, но нужно все равно. Тем более силуснику будет проще разворачиваться, чтобы на следующий волок зайти. Так, что у нас тут? Подожди, нам сюда. Не отставай. Вроде с твоей скоростью ты бы нифига меня догнать не можешь. А, хотя я должен тогда 24 ехать. Ну, как вариант, конечно, песок возить, продать доски еще. И тогда, в принципе... Ох, ни хрена, тут у меня база заросла. Да, надо будет, наверное, базу как-то, не знаю. На следующий год, наверное, я другие селки уже буду использовать. Это, наверное, продам. Так, все хорош. Куда? Стоям бы. ЮМЗ потом надо там обратно на коровник отправить. Пока поставим его здесь. Прыскатель надо будет еще убрать. Блин, эту бочку она что, к хламу относится, да? А нет, просто бочка. Ну и не надо мне такую бочку тут. Поставим на место МВУ. Ой, точнее, той бочки. Блин, зря я, наверное, продал УАЗик. Сейчас бы сгонял бы, посмотрел, что у меня там по третьему полю. Блин, ну вот тут у меня тракторов слишком много стоит и простаивает. На посевной они, конечно, все были нужны, но сейчас все без дела стоят. Ну пока пусть стоят. Так, что у нас тут получается? Я не понял, а тут что, сорняки пропали, что ли? Ну-ка. Вот, по-моему, там по курсу прям сорняк есть. Ну, сейчас посмотрим, пропадет он или нет. Нет, он, скорее всего, не зацепил просто. Так, ну дальше по курсу будут сорняки, сейчас посмотрим. Да, по-моему, тут с края были сорняки, я вам как будто их... Скосил, что ли? Ай, слишком ярко получается. Тем более облачно, что на улице вообще фигня получается. Он даже горы нифига не видно, а если так... А, что я сижу? Ну вот, тот сорняк он точно зацепит. Даже тот впереди. Нет, по-моему, не убирать, значит мне показалось. Или с высоким азотом он как-то скашивает. Да нет, скосил. Ну-ка. Блин, надо его посмотреть по карте. Мы сейчас вот эту линию посмотрим, пропадет он или нет. Пропало. А почему тут-то не скашивал тогда их? Что за прикол-то? Тут главное не скосило, тут скашивают сорняки. Какая-то опять черная магия началась. Так, силосники. Ну, как вариант, если только арендовать. А, нам сначала нужно волковать. Я и забыл совсем. Это можно, кстати, на 10.25. Может, волкователь? Ну, смотри, этот у нас 6.5. 5.9. 12. Это только в аренду. 9. 15. Ни хрена себе.
9 метров. Вот это, кстати, идеальный вариант. Это у нас 8,5. Это фигня. Ну окей, поработаем пока этим. Что у нас по времени? 50 минут уже. Ну ладно, две проходки сделаем и закончим. Самое главное, мы избавились от сорняков на первом поле. Это самое главное. Точнее, не на первом, а на четвертом. Подожди, а если они будут цеплять, он будет считать, что как бы они зацеплены и как бы тормоза заблокированы? Ну да, по-моему, так и считает. То есть шланги на любом случае цеплять. Идут они хоть гидравлики, хоть к чему, да? Ну да, так оно и есть. Так, начнем, наверное, с той стороны или с этой? Да, наверное, с той. Холмики. Там конкретные холмики. Максималочку. Да и трава тут как-то странно сохнет, видите? Тут такая, тоже что-то непонятно. Вот видите, он не скосил тут сорняк. Почему? Не знаю. Мне этот ответ неизвестен. Вот. Ну, чтобы ровненько все было. И потом насилусники вот так вот рулем не крутить. Ну да, это мой уже косяк. Во, 18 скорость, нормально. Жалко, что работник. Хотя я не помню, может, не может. Ну-ка. А как он на следующую сторону перейдет? Это мне даже интересно стало. Ну, он работает сейчас, а что дальше? Он... Не, в конце пользы должен проверить. Я просто... Реально, хз, как он будет... Что он будет делать в конце поля? Куда он поедет? Как он перейдет на ту сторону? Сейчас вот доедем до конца поля, и это мы выясним. 3 серии записал, а вода до сих пор не кончилась. Как так? А что у нас тут? Уже полтретьего, мне как бы надо кое-какие дела выполнить. Ладно, сейчас проверим работничка, что он будет делать. Наш работничек косит, это самое главное. Ведь там всего и 5 метров, но пока этого достаточно. Возможно, осенью мы приобретем уже косовой один. Не знаю, может, Джоника возьмем. То скачал мод и ни хрена не пользуюсь. Нафиг мне он нужен тогда? В будущем, когда я скачаю, вот здесь куплю, ну когда это наступит, быстрее 20 терафермовый, чем я на какой-то мод начну использовать. Джоники, а модинг я до сих пор только не использую. Да их тоже, кстати, купить. Задний приемник хоть какой. А, блин, зачем? Подожди. Задний ход. Проще развернуться, значит. Завернуться, сделать вот так вот. Ой, нет, отпусти. Запустить наемника и посмотреть, что он будет делать. Мне даже самому интересно. Ага. Вот он придумал, кстати. Ну да, получается, на следующую линию заходит и все, да? Но это было бы актуально, если бы косилку меня не делал волки, а так, в принципе, нет. Слушай, тогда мне надо, получается, брать не самоходную косилку, которую волки делают, а которые, получается, вот такие косилки цепляются. О, я и забыл, что Енисей может тоже косить. Чем на 6 метров, но он тоже волки делает. Блин, можно будет скачать те вот косилки маленькие. Помните, он были такие зелененькие, которые на наши тоже похожи. Вот их скачать. Но у меня нету трактора, который может вом цеплять. Ой. Сильно. А, в смысле, они же подняты были. Что-то мне этот наемник и ворошилку уже сломал. Ой, точнее, полкователь.
Ну да, наемник может работать, но если тут нету волков, а просто скошено все без волков. Волчары, блин, позорные. Так, ну по косилкам. Но они тут все дорогие. Это у нас на 2 метра, да? Блин, тут такой косить, это заколебешься. Как раз на ЮМЗ хоть цепануть, и будет он весь день там фигарить, блин. Там столько у него зарплаты будет, он просто, наверное, сможет себе 15-23 купить за сутки. Ну, тут надо будет скачать. Ну, так... Но у меня нету трактора. Подожди, нету трактора. Ну-ка, секунду, сейчас кое-что выясним. Где этот ЮМЗ? По-моему, ему можно цепануть, да, вон? А, нет, нельзя. А, это было можно сделать на 50-ке, да. Да. Так, ну чё, МТЗ-ху пока оставляем здесь. С косилкой. Я могу продать косилку. То есть это делается для как бы автоматизации лучшей работы. Чтобы мне не делать то, а будет это делать работник. Но мне тогда придется продать